Аллилуйя, 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 аллилуйя
Сейчас мы с Сергеем сыграем такую вещь под названием «Луна Парк». Мы все были маленькие, и вот в наш период детства с Сергеем был такой лунопарк чешский, помните, вот приезжал в Россию, в Советский Союз тогда, и где можно было кататься на каруселях, жевать жевательную резинку, пить различные интересные напитки, которые, это потом мы поняли, что это вредные напитки, а жвачку вообще нельзя. Вот, но тогда нам было все интересно и вновь. Но дело было не в самом этом парке, а дело было в том, что в этот парк мы ходили всей семьей. Вот, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. И чувствовалась надежда и опора. Чувствовалась вот такая вот семья. Собственно, вещь, которую мы с Сережей сыграем, о семье. И очень, вы знаете, очень приятно и замечательно видеть, что такой коллектив, как «Веретенцы», он не то, что набирает силу, а то, что он был, есть и будет. Thank you.
песня об идеальной любви, вернее, о лебединой верности. О том, как девушка ждала в гости своего жениха, вот он едет к ней на коне, и тут мост рушится, парень тонет. Она просит рыбаков достать тело, они достают. Понятно, что сделать уже невозможно. И она говорит, больше такого, как ты, я не найду никогда и нигде.
чужой стороне. Оно я искала, оно не нашла я, оно не нашла я, сударь батюшку, на чужой стороне. Оно не нашла я. Thank you.
Yeah.
добро против мне.
Светите вы мне.
Пішов Господь і Петр. Їдуть у колясі по шляху, видять яблунька. А под яблунькою мужик ляжить. Красивий, солідний, усе. Ну, йон лодир був. Он лежить і каже: «Яблочко, яблочко, упань у роть». Ну, Господь Петру тоді й говорить: «Петро, подай йому яблочко». Ну, Петро подав, а мужика-то ноги у воді, а он каже, каби хто напиться подав. Ну, Господь опять каже: «Петро, подай йому напиться». Ну, Петро подав, и они дальше поехали. Едут в поле. В поле девка. Красивая, жнеть, к снопу сноп кладеть. Они подъезжают. «Здравствуй, здравствуйте, Бог в помощь». Она: «Спасибо». Ну, а не мал тебя красавица водиться попить? Но она жнеть есть. Ну, побегала, тогда ж деревянные площадки были тяжелые. Ну, принесла, они ж попили, поблагодарили и дальше поехали. Ну, девка-то не знала, что это Господь и апостол были. Ну, Господь с Петром едут, и тут Петро спрашивает: «Господи, а кто ж этой девке будет пара?» Ну, Господь и отвечает: «А пара ей тот, что под яблонькой лежит». Петро удивился и говорит: «Господи, да за что? Ну как, если ж свесть таких двух ленивых, как он, то они с голоду помрут. А если свесть двух таких рятивых, как она, то они богат заживут и про Бога забудут. А так она будет робеть, его кормить и Бога помнить». Thank you.
Thank you.
Тихановский. Пуховые Сергей Кривенский. Клавишные Сергей Алексеевич Филатов. Наталья Сербина. Алиса Кис. Ансамбль «Веретенцы». Антонина, Рожкова Мария, Марина, Толстого Александра, Беликова Алена, младшая группа ансамбля «Веретенцы» Владимирская Мария, Ипатова Евдокия и Ягудкина Ольга. Звукорежиссер Алексей Захаров. Художественный руководитель фестиваля «Этносфера» Филатов Сергей Алексеевич. Художественный руководитель этого проекта совместного Краснопёрцева Елена Алексеевна. Thank you.
Да.